Так, ребят, всех приветствую. Ну что, идемте выполнять дальше по задание, наша миссия. Идемте с самого верхнего, наверное. Пройдемся с самого верхнего. И пойдем Дуга. Вниз. Гигантская, пугающая стальная махина. Отголосок холодной войны. Памятник безумным амбициям тех времен. Но при чем здесь ты или я? Столько лет прошло, но кто-то обязательно помнит, Игорь. Кто-то должен знать. Очень интересно, да. Но ничего не понятно. Так, ну все, 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 не лагай, не лагай. Так, давайте смотреть, что у нас тут с вами, что мы тут не выполнили. Ага, что мы тут с вами не выполнили. Сувенир из прошлого, сходим к сувениру. Давайте, наверное, сейчас сначала сюда, а потом уже к сувениру из прошлого. Так, давайте смотреть. Нам нужны компоненты, грибочки. Все нужно. Я хочу построить кроватку и поставить для калаша улучшение. Так что, давайте смотреть. Говорится, что нас ждет в этой локации и в этой серии. Так, кто ты? Угу, бонжур. Так, сейчас, секунду, секунду, секунду. Вот так, вот так, вот так. Все, пошли. Есть чё? Есть кто? Есть. Есть. Лежит и молчит, ля. Так, надеюсь, мы движемся в правильном направлении. Да, 125 метров. Блин, атмосферно, атмосферно, да. Ой-о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 й. Так, ага, здесь у нас с вами что-то есть, и там у нас с вами что-то есть. А как мне туда пройти, чтобы меня радиация не била? Так, ты кто? Грибы. Грибы отсюда, да? Хорошо, идемте зайдем в домик. Идемте зайдем в домик, полутаем. Так, пошли. Раз. Отмычку использовать. Два. Хорошо, хлебушек, хлебушек. Во, как раз и пригодились наши отмычки. Так, вот эти звуки вот мне уже не нравятся. Надеюсь, это просто ветер завывает, а не очередной монстр. Так, кстати, по поводу атмосферы и звука. Вот у меня игра почти на максимум. Ну, то есть орёт в наушниках, на ОБС-ке оно его прикручивает. Так что некоторые моменты, когда, к примеру, вы смотрите, я пугаюсь, а вы нет, это только из-за того, что у меня громкость чуточку больше, чем у вас на выходе. Погоди, нас кто-то палит. Нас кто-то палит, и я не могу понять, кто. Монстр это, либо обычные челики? Ага, это монстр, да? Да. Идемте попробуем к нему подобраться. Как раз проверить нужно будет дробовик. Мне не хочется этого делать, конечно, но... Давайте попробуем. Более черноболита много не бывает. Так, ты где? Погоди, я ж тебя где-то тут видел. Ну вот тут ты стоял же, я тебя видел, ты светился.
Тю. Тю. Ну и ладно. Нет, так нет. Кажется, не хочешь, так не хочешь. Я ж не могу заставить. Ага. Привет. А это кто там светится так? А, это монстр, да, это монстр. Это монстр передвигается. Так, все, берем дробовик. Так, а иди-ка ты сюда. Иди-ка ты сюда. Ой, ё, там еще один. Все, 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 все. Ой, ребят, мне еще вас не хватало, серьезно. Вон там, там. Ладно, ладно, ладно. Крица разварили эту кашу, то давайте ее и разваривать обратно. Я хотел просто проверить на монстрах, но не знаю, наверное, калаш все-таки будет лучше, чем дробовик. А, мы не можем сделать, пока находимся в опасности, понял. Ах ты, крыса. Так, минус один. Понял, понял. Дай-ка мне сюда, мистер Калаш. Понял, мистер Калаш будет лучше. Ладно. Давайте смотреть, что у вас тут есть, ребят. Блин, вы мне только броню попортили. Да. То есть попортили броню, испортили настроение. Я думал спокойно, тихо пройти. Но нет, вы же не можете, да? Так, где еще один? Где-то я тут его... Ой, дай и ладно. Кажется, да и ладно. Так. Что это? Раз, два, три, четыре, пять. Я иду искать, да? Угу, понял. Раз, два, Фредди заберет тебя. Три, четыре. Так, давайте, наверное, скушаем успокоительное. Скушаем успокоительное, во. Пока у нас есть броник, аптечка нам, в принципе, и не нужна. Да, не рассчитывал, что будет такая серия. Думал, будет спокойненько, лайтового. Но, говорится, что поделаешь. Что поделаешь. Так, а что это красное? Ах ты падла! Ах ты падла! Ля ты крыса! Угомонился. Угомонился. А что это красное подсвечивается? Это солдатик, да, получается, которого я не залутал? Да. Это солдатик, которого мы с вами не залутали. Лучше бы дал бы грибочков, серьезно.
Серьезно, говорю, лучше долбых грибочков. Блин, у нас патрушки заканчиваются. А это уже плохо. Это уже плохо. Ну, на обычного монстра сейчас, секунду. На обычного монстра у нас уходит 9 патрошков. 9-10 патрошков. Насколько я понял. Так, ну на этого маленького 5. Ага, 0,3 грибочка дал. Жадина, говядина. Так, туда я возвращаться не буду. Вот уже, как говорится, вот уже извините, но туда возвращаться не буду. Так, 5 патрошков. Нужно будет дома крафтить патроны. Идемте дальше. Идемте дальше. Как отсюда выйти? Нам выйти отсюда, вот сюда. Так, что нас ждет справа? Справа, ага. Блин, может сначала выполнить основное задание, а потом уже... Потому что мы сейчас будем с вами бродить, петлять, я так понимаю, очень долго и нудно. Идемте сначала основное выполним. Надеюсь, сюда. Нет, не сюда. Так, стой, все, успокойся. Да, примерно как-то так. Примерно куда-то судой. Так, все, давайте без монстров. Ё, твою ж, тихо. Без монстров, без бабаек. Давайте тихо, спокойно мы с вами пройдем. Потому что эти доп. Задания, я смотрю, появляются каждый раз, когда мы выполняем их маленькие. Вот эти вот знаки вопросов. Каждый раз, когда мы их выполнили, новые появляются. А можно выйти? Можно выйти отсюда. Все, здоровье. Выпить, использовать. Ага, не то, антиротин, вот она. Все, отлично. Кукушка, конечно, у нас слегка поехала, но ничего страшного, думаю, переживем. Неохота мне сейчас ни с кем связываться здесь. Да твою ж... Что ты делаешь ненормальное? Детей распугаешь? Я? Ну уж нет. Давай, Игорь, залезай. Попробуй меня столкнуть. Лучший ученый Семенова валяет дурака на детской площадке. Если кто узнает... Да кто расскажет? Я не расскажу. Давай, Игорь, не будь занудой. Я расскажу. Так, чувак, ты тут один? Ты меня палишь. Надеюсь, попадутся бешеные собаки. Всегда хотел собаку пристрелить. Ё-моё, а можно вылезти? Вот это мы попали с вами, конечно. Никто. Вот это мы с вами, конечно, попали. Так, вообще не идет ни по плану. Что случилось? Игра, алло. Вообще не по плану, успокаивайся. Все, давай нормально играть. Сюда и пройдем. 69 метров, да. Еще одни. Чувак, ну оно тебе надо. Вот оно тебе надо, все, отстань. 97 патронов, ага. Что это было?
Да-да-да, это Ваня. Это Ваня. Это был Ваня. Давай, давай, иди сюда. Кто тебе сказал, что я один? Что такое, с АВМом играешь, да? Откуда ты знаешь, что я один? Кто-то сыграет с АВМом, да, я смотрю тут. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Все, ребят, все. Ну, как говорится, вы наемники. Сами виноваты использовать. Могли бы все спокойно сидеть дома, пить какаушку и смотреть, как говорится, мои стримы. Не, вы выбрали приехать сюда. Так, металлические детали. Ох, мы сегодня с вами нафармили. Давайте смотреть. Давайте смотреть. Правильно находимся, да. Наверное, на второй этаж. Наверное, на второй этаж, я так понимаю. Или куда? Ага, тут колючка. Тут колючка. Ну да, на второй этаж. И как мне пройти на второй этаж? Алло? Игруля, как мне пройти на второй этаж? Так, сюда и никак. Может, через ворота? Надеюсь, тут нету радиации. А, во, как раз сейчас попробуем использовать наш этот, как его? Противогаз. Да, нормально, противогаз работает. Только как нам проникнуть вот сюда? Я понимаю, что вы ничего не видите, я сам ничего не вижу, если честно. Так, можно снять? Да, можно. Так, а ну, давай попробуем. Не, игру не обмануть. Кажется, таким образом игру не обмануть. А, вот оно что, Михалыч. Понял. Раз, два, три, четыре. Ага, револьвера. Интересно. Ой, нет, нет, я не хотел создавать револьвер. Фу-фу-фу. Удалить. Сделаем вид, что я его не создавал. Но не надо нам револьвер. Ну, серьезно, у нас таких чересчур много. Все, мы задание выполнили. Сувенир из прошлого. Нет, не выполнили. Нам совсем другое здание надо. Ладно, давай возьмем, ладно. Давай возьмем и где-то тут в кустах выкинем. Я сделал вид, что я его не делал. И вы, ребята, тоже никому не говорите. У нас и так сильно много револьверов. Так, как мне проникнуть вот сюда? Давай снимем. Как мне проникнуть вот сюда? Каким образом? Только не говорите, что я сейчас буду тупить здесь минут 40. Да, я понимаю. Ну вот, получается, нет, не то. Где у нас тут? Вот это, получается, у нас тут идут заборы, правильно? Вот это вот забор идет, и мы сюда никак не пройдем. Ладно, давайте попробуем. Мало ли. Не-не-не-не, не мало ли. А вообще, даже не на йоту.
Так, кто проходил, кажется, эту миссию, сейчас орёт в монитор. Налево! Налево! То я не слышу. Кажется, держу в курсе, я не слышу. Та самая музыкальная шкатулка, которую я подарил Тане на день рождения. А это что? Здесь что-то есть внутри. Жучок, что ли? Зачем ты здесь? В смысле, зачем? За шкатулкой, я так понимаю. Узнаешь? Ты хотел поговорить? Давай поговорим. Да не со мной. Старикан хотел, чтобы ты сначала эту штуку нашел. Твое время уходит. Откуда она у тебя? Не здесь. Встретимся в соседнем здании через пару минут. Все интереснее и интереснее. Ага, ага. Как думаете, кидалово или не кидалово? Или не кидалово? Сейчас, секунду. Сейчас, секунду. Или все-таки не кидалово? Давайте, наверное, возьмем с собой калаш. И пошлите. И куда надо идти? Сувенир из прошлого. Ага, сюда, хорошо. Идемте, идемте. Это получается, не помню, какая будет серия. Какая будет серия? Мы с вами по рации с кем-то разговаривали. Вот это вот, походу, оно продолжение этого всего. Так, куда лучше нам пройти? Ну, я думаю, сюда. Только опять же, здесь, по-моему, радиация сейчас будет сильная обида. Есть что? Да, а тут есть что. В любом случае я буду лутаться, так что... Так что, как говорится, извиняюсь, что так долго и до нашей цели. По-любому нам лутаться нужно будет. Ой-ё, не-не-не-не-не, вот эти вот монстры-бабайки. В принципе, мне там и не интересно то, что наверху. В принципе, не интересно, я и не хотел туда идти. Так, а нам куда? Нам куда? Нам как-то нужно... Ага, нам нужно проникнуть в это вот здание, да? И... Ладно, ладно, где мой дробовик? 5 патронов, не знаю, хватит ли нам 5 патронов. Наверное, нет. Наверное, нет. Ладно, монстр. Ты тут один, я надеюсь. Я надеюсь, ты тут один. Блин, я все забываю, что от бедра здесь нельзя стрелять. То еще нужно зажимать правую кнопку мыши, а потом только вести огонь. Ты тут с другом, да, я смотрю? Я смотрю, братишка, ты тут с другом. Еще и не с одним. Патрошков у нас мало. Патрошков у нас мало. Где наш этот друг? Где наш этот Кент? Так, интересно, что-то лежит. Да-да-да, же жадность. Так, давайте включим фонарик. Давайте включим фонарик и посмотрим. Так, как тебе пройти? Ага. Сюда? Да. Сюда. Угу, у нас еще один дробовик.
Еще один дробовик. Обычный. Хорошо. Что по поводу потрошков? Скажи мне, пожалуйста. 17. Во, отлично. Не будем на калаш тратить. Не будем тратить на калаш. Ага, и вот еще лежит. Ребят, я бы с радостью включил бы фонарик тут, наверное, но от этого ничего не меняется. Ну, смотрите, сейчас, где оно? Да ё-моё, вот оно. Или что-то поменялось, или вы что-то лучше начали видеть. Если лучше, то это хорошо, если хуже, ну, простите. Говорится, ну простите, ребят. Так, и куда? Сюда, хорошо. Правильно идем? Да, только у нас слева что-то лежит. Ага, у нас с вами отмычки закончились. Ну, и ничего страшного. И не беда, так сказать. Так, надеюсь, не вниз падать, прыгать. Здорово. Это ты хотел со мной поговорить? Чё так долго? Что, зацепила тебя балеринка? Старикан сказал, что так и будет. Он хочет тебя проверить, прежде чем решить, нравишься ты ему или нет. У этого психа что ни минута, то новая проверка. Ну хоть плать нормально. Может, объяснишь мне, что здесь происходит? Этот чокнутый сказал, что ты узнаешь этот громадный радар. А еще, что все это имеет для тебя значение. Потом он еще что-то мямлил про крысиного короля, про конец света. Но не думая, что всерьез. Я пришел сюда поговорить со стариком, а не с его мальчиком на побегушках. Так что я ухожу. Что ты сейчас сказал? Повезло тебе, короче. Будь моя воля, я бы тебя урыл прямо тут. Только мне тогда не заплатят. А теперь завали и слушай внимательно, что старшие говорят. Придется тебе сделать выбор. Все просто. Можешь использовать детонатор и взорвать эту железную хрень ко всем чертям. Или использовать другую штуку. И прокачать свой КПК. Это улучшит все сканеры в сети. С чего бы мне выбирать? А я не знаю и знать не хочу. Я делаю свою гребаную работу, а ты делай свое. Так, взвесить все варианты. Лучше как следует все обдумать, прежде чем принимать окончательное решение. Кто это такой? Ненавижу сюрпризы. Спросить... Он. Давай. Кто вообще такой? Я выполняю задание, вот и все. А остальное тебе, дружище, знать не обязательно. Совет тебе дам. Этот мужик, конечно, рехнулся давно. Но за всем, что он делает, всегда есть смысл. Так что ты сам себя спроси, чего бы он хотел, чтобы ты сделал такой выбор, а? Так, ладно, исполню просьбу этого психа. В смысле... Он и покинул чат, понял, так, этот челик покинул чат, он вышел в окно, ладно, так. Так, Татьяна обрадуется, если радар взлетит на воздух, уничтожишь. Жать ресурсы глупо, мне пригодится все, что может найти Татьяна. Давайте улучшим свой КПК. Не знаю, будь я в реальной жизни, я, наверное, уничтожил бы радары, но так как это игра... Соглашаемся. Как это работает? Так, увеличенная область сканирования. Ага.
Вон она что, Михалыч, ля. Так, ребят, как говорится, я таки извиняюсь, но не уничтожать же добро, правильно? Ля, сколько всего интересного. Во, это хорошо. Это вот мы с вами теперь сможем полутаться в свое удовольствие. Только единственное, у нас с вами нету отмычки. Давайте смотреть по заданию. Угу. Отмычка, отмычка, отмычка. Может, сгоняем домой за отмычкой? Блин, так мы где-то зареспимся примерно где-то вот тут, наверное, да? Потом. Ладно, ладно. Давайте выбираться. До самой смерти, Игорь. До самой смерти, милая моя. А что, если этого недостаточно? Что, если нам что-то помешает, если нам не хватит времени? Ничто нам не помешает, Аня. Ни время, ни пространство. Откуда ты знаешь? Это моя забота. Моя игра. Она мне принадлежит. Ага, уже темнеет. Уже темнеет. Так, предлагаю, наверное, не жадничать, не жадничать. Полетели домой, ребят? Полетели? Лучше, как говорится, немножко грибов в руках, чем маслина в череп. Так что... И так хорошо, и так хорошо. Ну? Так, Оливер, не поверишь. Говорится, что я нашел. Сейчас самое главное, что нужно сделать, это сделать отмычки. Так, держи, хлебушек заслужил. Это нужно сейчас будет с вами сделать отмычки. Так, отправиться мы не можем, но мы можем только пойти с падки. Так, ты что-то интересное нам расскажешь? Игорь. Привет. Ты что-то хотел? Я думал о секретах. Каких-то конкретных секретах? Ты знал, что результаты медицинских исследований после бомбежки Японии были засекречены? О, ты всегда знаешь, как начать день на веселой ноте. А вообще это неудивительно. Мне об этом рассказал один американский дипломат. По его словам, армия США была в шоке, узнав о том, какие последствия вызывают радиоактивные осадки. Они же в Манхэттенский проект вбухали больше 20 миллиардов долларов. После такой выдающейся победы они не могли рассказать общественности о заражении. Даже американские солдаты, которые помогали японцам отстраивать города, начали болеть. Так что власти конфисковали всю медицинскую документацию, как японскую, так и американскую, и засекретили ее. Печально. Главным преступлением ядерных держав перед своими гражданами было то, что они не признались, что длительное воздействие даже низких уровней радиации может быть опаснее, чем высокая доза, полученная за короткий промежуток времени. Да, такие секреты убивают людей. Так, потренироваться. Слушай, давайте попробуем потренироваться. Может, получишь меня своим военным хитростям? Вряд ли. В том, что касается навыков выживания или стрельбы, никаких хитростей нет. Но я с радостью обучу тебя основам. Да и мне будет проще, если ты сможешь за себя постоять. Так. Оглушение завершено, завершено, завершено. Уже владеете. Все, мы прокачались... По полной. Давай в другой раз. Как скажешь, босс. И куда нам тратить эти очки навыков? Так, хорошо. Погоди, навыки. Да. Так, тренировки неизвестные. Ага, когда мы сможем эти качать? Ладно, ладно. Что я хотел? Я хотел посмотреть, можем ли мы с вами...
Сможем ли мы с вами что сделать? Ага, сделать пару отмычек, хотя бы штучки 3, да? Да, давай, 1, 2 и... О! 8 очков навыков, а мы не можем их никуда тратить. Интересно. Так, и давайте посмотрим, сможем ли мы сюда поставить двойную кровать. Оно. Так, давай-ка посмотрим. Да, сможем. Разместим как-то так или по всей поверхности, по всей площади. Площади. Т-т-т-т. Так, давай смотреть. Плюс 2 койки места. Все, отлично, смогли. Ребят, конечно, я таки извиняюсь, но у вас будет общая спальня. Все, нормально ж? Смотрите, у вас тут и медпункт есть, и радио. Конечно, очиститель воздуха вам, наверное, будет на мозги капать. Может, переместить его сюда куда-то поставить? А койку больничную ближе. Ну, ладно, как говорится, Галя балована, я смотрю. И то не так, и это не так. Так, дай-ка мне посмотреть, можем ли мы улучшение для... Для винтовки, да, мы сможем поставить. Сможем поставить. Давайте посмотрим, что мы тут сможем... Сможем сделать. Не, для начала. Для начала потрошки. Да. А потом уже все остальное. Что у нас по потрошкам? 20, 40, 60, 80. Маловато. Маловато будет. О, все. А теперь давайте смотреть, что мы можем с вами здесь улучшать. Так, размер магазина, да, в принципе, снижение отдачи, минус 1. Да, я думаю, нам и не надо. Так, что у нас дальше? Урон, вот, урон бы, нам бы прокачать бы, давай. Урон хорошо. Идем дальше по поводу ствола. Угу. По поводу ствола. Не ствола не можем, у нас химикатов не хватает. Ага, глушитель. Нам нужны химикаты, 2 штуки. Химикаты, 2 штуки нужны, чтобы у нас был глушитель с вами. Так, а давайте посмотрим, что у нас тут использует химикаты. Это для чего у нас? Так, оно покажись. Ага, это для, понял, противогазов. А давайте его разберем. Оно нам и не надо. Правильно? Так. Сколько? Химикаты плюс 1. Хорошо, химикаты плюс 1. Что еще мы сможем с вами разобрать такого, чтобы... Так, трава. Химикаты. Нет, трогать не будем. Так, телек плюс химикаты, телек. Блин, он плюс 200 нам дает. Так, а лампа? Угу. Горшочки. Стол. А если я стол удалю, это сейчас все упадет на пол, правильно я понимаю? Блин, хотелось бы сразу глушитель поставить. Так, а давай посмотрим, что здесь у нас. Так, ты химиката не используешь, ты химиката используешь. Но это тут аптечка. Давайте, наверное, сделаем так. Давайте разберем. 1. Разберем 2, а потом аптечку обратно поставим, если нам понадобится. Во. Все, дай сюда.
Потом найдем химикаты и поставим. Так, вот глушитель. Да, хорошо. Все? Есть? Отлично. Так, что тут? Что тут у нас? Дальность, стабильность, стабильность. Обмотанный, обмотанный, обмотанный. Ой, не-не-не-не-не, не то. Вот это вот, да. Все. Прицелы, прицелы, в принципе, мне прицел устраивает, наверное. Хотя, может, такой поставить? Мелкий. Да, давайте попробуем. Так, давайте теперь смотреть. Экипировка. Все, глушитель есть? Да, глушитель есть. Как оно стреляет? О! Ребят, у нас теперь есть глушитель. На калаш. Да, наверное, с таким коллиматором побегаем, потому что с тем голографом было неудобно. Ну все, в принципе, это можно разбирать и возвращать на место, это как его, аптечку. Или нам пригодится. Так, что по поводу медстолика? Где этот медстолик? Так, лаборатория, лаборатория. Позволяет изготовить аптечку и лекарства. Да, потом найдем химикаты. Тем более у нас прокачанный теперь этот, как его, детектор наш найдем. Может, тебе тоже ствол прокачать, слышишь, Оливер? Или ты и так справишься? Ага, погоди. Прежде чем мы отправимся с вами в спадки. Блин, а куда бы его... Сложить бы это все. У нас теперь места нету. Нету места, ребят. Смекаете, о чем я? Так, раз, два. Все, хорошо. Блин, на револьвер у нас очень много всего есть. Блин, сори. Извиняюсь. Так, я надеюсь, когда мы построим... Штуку, которая разбирает весь хлам. Мы сможем с вами потом патроны разобрать. Ненужные. Так, дробовик пусть будет. Хлебушек сюда. Ящики сюда. Угу, не влазит. Зато теперь грибов у нас много. Так, что это? Жесткие диски, да? Так, один сюда. Один сюда. Револьверы сюда. Надо будет, наверное, построить еще один ящик для... для хранения. Интересно, когда я смогу открыть себе этот, как его? Дополнительные ячейки. Так, а что это такое? А что это лежит и молчит тут? А? Взять револьвер. Нет, у меня места нету, куда сложивать ваши револьверы. А я смогу построить еще один шкаф? Где у нас вообще шкафы? Да, смогу. Стоит ли его тут ставить? I don't know. Ну, пусть будет. Давайте, наверное, еще один, да? Да, все, давай сюда револьвер положим. Так, что у нас тут успокоительное есть? Лечебная мазь есть. Нам не хватает только... Ага, так как химикатов не хватает... Мазь от радиации, но от радиации. Так, лечебная мазь. Что-то по поводу лечебной мази. Три. Угу. Три, три, три. А по поводу радиации, есть ли у нас с вами... Так, не туда. А, не туда. А туда.
Да, против радиации у нас есть одна штука. Так, успокоительное. Давайте возьмем успокоительное. Или не будем. Думаю, нам одного хватит. Надо будет потом от радиации, короче, наделать. Ладно, ребят, давайте, наверное, на этом мы закончим эту серию. А в следующей пойдем и испробуем наш глушитель на калаше. На новом задании. Не знаю, вернемся ли мы туда-обратно, где начинали. Где у нас дверка была закрыта. Либо пойдем на следующее задание. Это мы уже посмотрим. Так что все. Всем пока-пока. Всем, как говорится, спокойной ночи. И до потом. Все, удачи, ребят.